Поскольку те, кто не первый раз в нем участвует, знают, как я люблю поговорить. Сегодня я постараюсь наступить на горло своему желанию и говорить как можно меньше. Прозвучал канарио Капсбергера в исполнении «Жемчужины» нашего фестиваля 2020 года Александры Гурочкиной. И сегодня она впервые играла на концерте на лютне. Впервые на нашем фестивале звучала лютня. И впервые в этой школе звучала лютня. Я надеюсь, что это хорошее начало великого пути. Я представляю директора музыкального лицея, председателя комитета фестиваля «Переклички птиц» Виталий Владимирович Романов. Исполнит сегодня они три произведения. Александр Кискачи, Вивальди, Калаш. Жан-Батист Люли, марш из турецкой церемонии из комедии-балета «Мещанин во дворянстве», Марк Антуан Шарпантье, вступление к Тендерону. Thank you.
воплощение той идеи, которую мы задумали. Обратите внимание, что в этом зале слева от вас Каналетто, Венеция, справа Барочный Петербург. Так было не всегда. Эти шпалеры, так же как и сцена поднятая, так же как и занавес, и шторы, весь этот дизайн появились в 2018 году. И в таком виде зал ровесник нашего фестиваля. То есть можно сказать, что зал появился к открытию первого фестиваля «Петличка птиц». Если мы просто берем скрипичную строчку и пытаемся ее изобразить на другом инструменте, на мой взгляд, это может быть более или менее удачной затеей. И в отношении балалайки могу точно сказать, что это будет не очень удачная затея. Поэтому, когда я перекладывал времена года со скрипки и оркестра на балалайку и клавир, конечно же, я ориентировался на хороший клавир, изданный в 1967 году под редакцией Имре Шуёка, венгерского Антонио Вивальди. «Giunte la primavera e festosetti, le salutan le ugei con lieto canto, e i fonti allo spirar del zefiretti, con dolce mormorio scorrono intanto. Venton comprendo l'air di nero amanto, e lampi e tuoni ed annunciar la letti. Indi tacendo questi le ugeletti, tornan di nuovo al loro canoro in canto. E quindi sul fiorito ameno prato, al caro mormorio di fronde e piante, dorme il caprale col fido canalare. Di pastoral zampogna al son festante, danzan ninfe e pastor nel tetto amato, di primavera alle parir brillante. Наглядный сонет в заголовке концерта, названного «Весна» господина Антонио Вивальди. Thank you.
часть из нот, которые вы думаете, что были не те, действительно были не те, а часть были сыграны преднамеренно. Дело в том, что есть, кроме общеизвестной популярной версии времен года, которая издана была впервые в 1725 году в Амстердаме при жизни Вивальди и, в общем-то, им одобрена, были еще, скажем так, есть манчестерский манускрипт из отдельных партий, и там есть другие ноты, другие гармонии в одних и тех же местах по сравнению с амстердамским изданием. Поэтому, скажем так, некоторые не те ноты на ваш слух, они были преднамеренны, потому что эти, мы выбрали между двумя редакциями ту, которая нам ближе. Леотунно.